Доброе утро, юные дамы и господа. Вы смотрите рубрику «Слова ловушки». И с вами я, Филя. Хотите знать больше о русском языке? Тогда не переключайтесь. Сегодня я расскажу вам кое-что интересное. Как вы думаете, что общего у меня и у этой птицы? Нас объединяет всего одно слово. Знаете, какое? Чопорны. Вы когда-нибудь его слышали? Таким словом называют чрезмерно строгих, степенных и даже немного надменных людей, которые важничают и напоказ соблюдают приличие. Но! Ну, прямо как я сегодня. Чопорными могут быть люди. Но при чем здесь птичка? В ней ведь нет ничего строгого. Она просто красивая. И правда, птичку чопорной назвать нельзя. Просто само слово «чопорный» происходит от старинного слова «чопориться». Оно означало «топорщить перья» и «важничать». Кстати, слово «растопырить» – еще один родственник старинного «чопориться». Вот так строгий чопорный человек становится чуть-чуть похож на птичку, распустившую хвост. А пишется слово «чопорный» вот так. Чо-пор-ный. Расширяйте свой словарный запас и учите русский язык вместе с нами на канале «Карусель». До новых встреч, друзья!